Ол Амигос, на связи Матвей. Да, ребята, это не кликбейт, все же я окончательно добил свой Android. И на этот раз я не просто разбил какую-то часть экрана, то есть тут все уже критично. Ребята, которые подписаны на нашу группу канала ВК, уже знают об этой новости, знают, что сначала у меня появилось вот это черное пятно, потом экран уже окончательно дал сбой. Я даже проводил стрим, где я пытался в реальном времени своими руками его как-то починить, восстановить, но, как вы можете заметить, это не увенчалось особым успехом. Хотя все же на том стриме я выяснил, что если как-то по-особому зажать вот эту вот черную точку на экране, то экран должен перестать мерцать и должен практически быть как новым. Ну, как вы видите, у меня сейчас это не очень получается, но на стриме у меня и получилось, и даже на какой-то момент у меня телефон стал как новый. С ребятами мы запустили Fortnite, я такой решаю нажать на эту штуку, потому что она смешно мигала, когда я на нее нажимал. Так один раз нажал и больше отжать не могу, теперь у меня эта фигня постоянно. Не, я вот бью ему вообще все равно. О, он починился! Он починился! Он починился! Мне страшно отпускать! Он починился! Отпускай! Не отпускай хочу. Ради контента! Не хочу, не хочу! Он починился! Все, неси скотч, сейчас его так закрыли! Неси скотч! У нас есть скотч? Ни хрена, он починился! Все! Все спасено! Я думал, все уже! В общем, конечно же, я неспроста записываю это видео даже в таких колхозных условиях. Хочу вам сказать, что в связи с тем, что моему телефону окончательно хана, то есть, ну, так уже Fortnite Mobile точно не поиграешь, а на данный момент времени я не у себя дома, то есть не в Москве, я сейчас в Сочи, если кто не знал, а возвращаюсь в Москву только во вторник, хочу сразу предупредить, что, к сожалению, вот с таким вот телефоном я точно уже не смогу записывать Fortnite Mobile, да или вообще какие-нибудь другие игры. Ну и, конечно же, ролики, особенно пока я в Сочи, делать я для вас не могу. Конечно, не все так критично, потому что я уже успел отписать нашему мастеру, который согласился мне поменять экран на этом телефоне. Опять же, сделать это смогу не раньше, чем после следующего вторника. В Москву, потому что я возвращаюсь только в следующий понедельник. В принципе, это не критично, потому что осталось ждать не так уж и много, да и в Сочи у меня нет особо времени записывать ролики, потому что каждый день я чем-то занят. Но пока выпал такой шанс, предлагаю посмотреть, вообще, что этот за телефон, что вот как он так работает, может провести какие-то с ним эксперименты. Ну, рассказать мне особо нечего, вот телефон, сенсор вроде как рабочий, есть вот такие небольшие глюки, пятно, конечно, я давлю, тут что-то меняется, вот выпадает тут панель управления. Вообще, этот телефон я изначально купил достаточно расшатанным дисплеем, потому что после даже вот небольшого удара он у меня так раскололся. Ну и тут, пока я отдыхал в Сочи, он у меня просто упал с кровати, появилось это черное пятно, на которое я решил просто так по фану нажать. Нажал, и теперь у меня вот такие вот глюки жесткие. Ну, как видите, сенсор работает. Даже более того, я вам скажу, тут даже камера работает. Как видите, это вот сейчас основная камера. Постараюсь сейчас включить фронталку. Я включил фронталку? Сейчас. Во, я включил даже фронталку, то есть, я не знаю, видите ли вы меня. Ну, в общем, камера работает, все нормально. Как в старые времена, экран по-прежнему легко отсоединяется от основной части телефона, как я это и делал на стриме ивента 14 сезона Fortnite. То есть, получается своеобразный дешевый Galaxy Fold 2, только за 15 тысяч рублей. А так, мне больше, в принципе, нечего про него рассказать. Ну, что тут, вот экран мерцает, если надавить, может что-то произойти чудо, и он починится. Сенсор через раз работает, можно чисто теоретически даже Fortnite поиграть, не знаю, если вам будет это интересно, пишите в комментариях. Ну а так что, вернусь в Москву, сразу же постараюсь как можно скорее починить дисплей, благо это не так уж и дорого, да и есть у какого человека, и я, блин, хочу поскорее поиграть в Fortnite Mobile, ребят, я очень давно не играл в Fortnite Mobile. Так что, ребят, именно в такие моменты мне и нужна ваша поддержка. Обязательно подписывайся на этот канал, если ты играешь в Fortnite на телефоне. Также, пока я не выпускаю ролики на своем канале, обязательно смотрите предыдущие видео, которые я уже выкладывал. Я успел их выложить достаточно много, и я думаю, не так уж и много человек их посмотрело, так что, кому будет интересно, посмотрите. Ну, а сказать мне больше нечего. По традиции, с вами, как всегда, был Матвей, мой в хлам разбитый Honor 20 View. Hasta luego!